Хари Кришна, с вами Васанта, и сегодня я расскажу вам о трех ключах, как найти свое предназначение. Поехали! А вам знакома эта ситуация? Сынок, ты уже определился, куда ты будешь поступать? Большинство людей сейчас, особенно молодежи, не знают, чем заниматься в жизни. Многие задают вопрос, как открыть свой талант, как заниматься своим делом. Все во Вселенной имеет свое место, свое предназначение, свою дхарму. Дхарма значит свойство. Дхарма сахара – быть сладким. Дхарма чили – быть острым. Дхарма зубной щетки – чистить зубы. Так же, как и зубная щетка. Если она будет забивать гвозди, а не чистить зубы, то она будет очень грустной. И точно так же человек, который занят не своим делом, он не будет счастлив. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что лучше выполнять свои обязанности, даже несовершенным образом, чем в совершенстве выполнять чужие обязанности. Кстати, это Кришна, знакомьтесь. На самом деле у нас у всех есть таланты и способности. И сам Кришна, он в Бхагавад-гите говорит «Паурушам Нришу». Он говорит «Я талант в человеке». Первое. Правильное общение. Это самый важный пункт из всех, поскольку общение является ключевую роль в нашей жизни. Это известный факт, что если вы хотите стать пьяницей, то просто общайтесь с пьяницами. Если хотите стать спортсменом, общайтесь с спортсменами. Поэтому мега важно общаться с людьми, которые нас любят, которые нас ценят и где нам дают возможность быть самим собой. И лучшее общение – это общение со святыми людьми. О святых людях я расскажу в следующем видео. Чем чище люди, с которыми вы общаетесь, тем быстрее вы поймете свою природу. Второй пункт – ваши желания. Чем бы вы вообще хотели заниматься? Запишите все свои желания на листочке. И когда вы запишете их на листочке, не бойтесь реализовать их в жизни. Часто мы просто боимся реализовать свои желания. Мы думаем, что может поздно уже, или боимся совершить ошибку. Поэтому большинство людей так и никогда и не могут выучить второй язык. Но посмотрите на детей. И что, через год они уже говорят? Я выучил русский за женщин. Это просто. Да. Не бойтесь пробовать разные вещи. Кухня, спорт, музыка, танцы. Что еще? Шить, вышивать, рисовать. И когда вы найдете свое, вы почувствуете, что внутри что-то начинает загораться. Также можно спросить себя, кем я хотел быть в детстве. Это очень важно, это может вам помочь. Можно спросить себя, а что я уже умею делать? Возможно, мне просто нужно развить то, что я уже умею делать. Третий ключ – это правильная позиция, правильное отношение к жизни. Как я могу быть полезен для общества? Как я могу служить другим людям? Как я могу служить Богу? Зачем Кришна нам дает эти все таланты? Чтобы человек делился этим. Чем больше мы будем отдавать, чем больше мы будем заниматься бескорыстной деятельностью, тем быстрее мы поймем себя. Также очень сильно может помочь молитва. Кришна, открой, пожалуйста, мой талант. Открой мое предназначение. Помоги мне найти себя. И вы увидите очень скоро, что Кришна, он ответит вам. И вы достигнете совершенства в жизни. И в комментариях можете писать, о чем же мне снять следующее видео. Харе Кришна.